Вчера, 14 августа, в Затоке Белгород-Днестровского района Одесской области произошла трагедия. В результате взрыва мины погибли 3 человека в возрасте 25, 32 и 53 лет из Черниговской, Запорожской и Житомирской областей. Тела 2 старших погибших получили вчера, а младшего нашли сегодня с помощью квадрокоптера. Также во время детонирования получили травмы находящийся рядом на побережье 43-летний мужчина с Черниговщины и 44-летняя женщина из Киевщины. Будьте осторожны, не посещайте пляжи, не купайтесь в море, берегите себя.